Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Перед началом видео я должен сделать небольшое отступление. Записываю я его уже не первый раз. Все потому, что хочется все говорить здесь, но это не подкаст, это другое видео. Да. В общем-то, в первую очередь поздравляю всех с праздником Победы, 9 мая. Это лично для меня это праздник окончания войны в Европе. Тема этого, безусловно, великого праздника довольно обширна. И я горю желанием когда-нибудь сделать отдельное видео, где я подробно на эту тему порассуждаю и подкину вам пищу для размышлений. Это видео... И я, ну, частично снимал со своим коллегой Стригай. Он также появлялся в некоторых других моих роликах. И мы с ним планируем делать совместные ролики и далее. Ссылку на него я оставлю в описании. Ну и приятного просмотра. Начинаем. Господи, я так долго пытался с ней что-то нормальное. Ну хоть сейчас, хоть разок нормальное. Пойдись мне, пожалуйста. Cause you had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around. Welcome to the rice field. Подходи. Motherfucker. Чё говоришь? Я говорю, как ты смотришь на то, чтобы ты прямо сейчас какую-нибудь быстренькую сварганил миссию? Прям поход... Да. Ну и чё? Ну и вот там этот заброшенный город у подножия этой высоты. Ну я вижу, ну а чё толку-то от неё? Прикольный город, мне нравится. Ну он маленький очень. Динамит. Ну короче, сюда поедете. Динамичный геймплей будет нормально. Так, ладно, я пока пиз запускаю. Ты поставил Хелес? Нет, я в смысле поставил. Чё поставил? В смысле поставил. Может стрим закончить, а давайте реально так и сделаем. Капающий дамы... Вырубай. Дорогие подписчики и зрители моего канала, стрима не будет, потому что мой комп это полная фигня. Надеюсь, что в новом году я его заменю. Да. Этот год был обычный год, в общем-то, да? Все, желаю всем так, ну всего чё? Хорошего. До свидания. Спасибо, спасибо. Такс. Ой, блин. Такс, нас запушили, да? Да. Они где-то работают с... О, 320. Заполнить число. 320? Да, это тут. О, так. Это сзади меня. Ну не прямо сзади, но. Там, нет. Короче, работает ГП. Вот это я тебе точно могу сказать. Блин, я видел человека в гиле. Он ушел в кусты, я не смог его так убить. Чё с сервером? Он мне даже не показывает, кто меня убил. Шизган.
У нас 4 снайпера, насколько я понял, и БТР. Великолепно. Надо точку вы походу не отхватите. Надо. А, ну вот теперь, конечно, мне высветилось, кто меня убил. Спасибо, уже не надо. Да блин, он уже подошел, говножу. Так, мне вас ждать на спауне или... Не, я на точке выражаюсь. Хорошо. Я успел. Благо. Ну чё, я готов порвать маршруточником. Поедете? Товарищ морпех. Да блин, он в доме сидит в соседнем. Хорошо. Я так и денег не останется. Ну ладно. Я решил не рашить. Я решил... Ой, меня гранатами стреляют. Это что, или что? Это подсумный гранатомет, по-моему. Да. У них там нет, есть. Слишком быстро. Слишком быстро стреляет, это скорее всего... А может автоматический гранатомет? Я не помню, есть у них такой или нет. Так, ладно, забей. Эти конспирологические теории будем строить до утра. Ну и ладно. Где угодно. Ой, опять наш вертолет отрабатывает. Какой эпик. Вот он отрабатывал не только по этому городу, но еще и рядом. Ну еще и по тебе, да? Кажется, вот этот флаг был сделан в фотошопе. Сидел, фотошоп везде. О, сейчас приду. Теперь, когда у меня есть мой кофе, я готов смотреть на радар. Где он? А это. Окей, давай. Самолет в России взлетел с авиабазы Хмеймим через Турцию. Угу. Угу. И что нам это дает? И что же это значит для нас с тобой? Абсолютно ничего. Кстати, вот зачем вот писать, вот я не знаю, зачем я придумал такую идею, что в русском языке слово, например, как раз надо писать слитно, а не раздельно, ну потому что это уже как одно слово, по сути. Как раз. Как раз. Как раз. Если читать как одно слово, то как раз. Вот сказал, купил мужик шляпу, а она ему как раз. Вот видишь, как раз. Я понял, почему, в чем проблема, да. Как раз. Так, сейчас. Кактус. Нехус сказал. Нехус. Нехус сказал. Я четко услышал. Блять. Ах ты собака, 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 собака. Ты такой ебобо, блин. А, из Миллера, не пуски. Ваня, блядь. Да блин, да хватит, Ваня! Мэксон сказал, идут два гея по Чернобылю. Один активный, а другой радиоактивный. Мэксон сказал, поймали радиоактивного гомофобы, отрезали его антенну и бросили на помойку. Проходит мимо помойки его активный друг и говорит, что это там так шумит. Хорошо. Чё там так фонит, ебать? Да, теперь фамилии ребят можно писать с почётной приставкой фон. Так, КС помогает. Она из моего ответа. Сын сказал, лампа накакивания. Ты сказал, лампа накакивания? Да, я сказал, лампа накакивания. Сейчас она, блядь, пошутит про Дарданеллу. Сейчас
Кстати, о Дарданеллах. Ваня, нам тут сообщает Дарданелла перекрыть. Что вы на это скажете? Хуй. Не похуй. В смысле, вам похуй? Я специально тут окно поставлю, короче. Ты что, ржать надо мной, сука? А мне тут, знаешь что, у меня тут жопа крыши будет. Вот и все, понял, да, как я к тебе отношусь? Так я же сбоку буду. Ваня, у меня будет жопа... Вот здесь вот у меня будет просто стена, понимаешь? Ты в стену, блядь, будешь палить. В твоем походном рюкзаке можно всегда найти термос, компас, тушенку, нож, палатку, Иркутск, костер, лося, несколько. Как там пелась ее песня? Ой, у Цоя. Тем, кто не тем, спит, кто спокойного сна. А, тем, кто ложится спать. Эксон да, сказал 23 часа 5 минут. Нет, нет, нет! Пол здоровья минус. Найс. Сходи, описки. Прикольно, я сказал. Ой. 23 часа 15 минут. Это звучит как имя монгольского. А кто там еще просто? Я вижу. Алло, Катя, здорово. Еще Катя! Кто такая Катя? Ёб твою мать! Кто такой Иван? Добрый вечер! А что делать надо? Добрый вечер, нас тут пятеро! Она в Майнкрафт пошла? Да. Нифига она в Майнкрафт играет, круть! Катя, ты когда придешь? Что делать надо, я не понимаю! На сервак зайти, блять! А у тебя Майнкрафт есть? По адресу! Помогите! Все в порядке. Спасибо, Ваня. Давай не кидает фугу такой, на. Сука, я ее съел. Блин, тупые грибы. Ты же любишь все жрать. Я как-то раз собачий... Ой, собачий... Паучий глаз съел. Собачий глаз. Во! Привет, я опять чуть не умер. Да. Ах ты тварь. Да не. Да-да. Да не. Да в смысле не. Да я убежал все. Ай, я забыл, что вас зовут надо. Так, ладно, давай, где ты там? В бой вышел. Да, да, так и есть. Да, ой, блядь, а то имя случайно копирую. Ваня. Че? Заходи лучше ты ко мне. Да у тебя Ру-5, да ну в жопу твою Ру-5. Ваня, а ты за... нет. Да почему? Да иди быстрее. Дурацкий. Давай быстрее. Технику дробь. Быстрее. Бой дольше ждать буду. Давай. Это Мадени Натуралы собрались. У меня есть идея. Да иди ты нахуй. Давай. Хотя давай. Ну чё тут. Давайте сыграем в игру верю, не верю. Ебанутый точно? Да ну прикольно же. Что ты пил вчера? Лучший кокос. Лучший кокос. Верю, не верю, да? Да. Ну давай, блядь, скажи что-нибудь. Лучший кокос. Не верю. Короче, веришь ли ты, что я не смогу жить на протяжении 7 минут? Ты сейчас держишь правую руке нож, да? Нет. Буду ли его в будущем держать, это зависит от того, веришь ты мне или нет. Ну, блять, верю нахуй. Отлично. Нет, смотри, суть игры в чем? Мы в игре друг другу даем какие-то задания. Ну, то есть, типа, ну, не даем задания. Короче, если я говорю, там, допустим, я смогу в этом бою продержаться, там, допустим, 7 минут, и ты решаешь, там, верю, не верю. Если ты выигрываешь, то тебе балл зачисляется. Если ты проигрываешь, то мне, понимаешь, да? Пиздец, нам...
Блять, ебану. Так я тебе говорю, один на движ, мы тут уже минуту 30 сидим. Ну вот, видишь, все. Все, ну вот. Сейчас к шестеркам закинем, да? Да, а давай, значит, я буду вот вести да. Учет. Давай, веришь ли ты, что я смогу продержаться 7 минут? Нет, 7 минут. Веришь ли ты, что я смогу продержаться? Да. Веришь? Да. Какая музыка эпичная, слушай. Да не, хуйня, мне не нравится. Да ну, эпично. Бро, да, точно. Что точно? Бррр, он написал пацанчик. Thank you.